Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Я волнуюсь, но мне кажется, адреналин будет еще тот. Татьяна настроена, будто в воздушный бой, только со своими страхами. Отступать некуда, позади Москва. Это были ее 2500 метров и понимание, что не обязательно ходить, чтобы уметь летать. Я ему говорю, а мне уже не страшно. Говорит, ах, тебе не страшно? И начал парашютом туда-сюда, туда-сюда. Это очень здорово на самом деле. Одолев себя, тех, кто слишком часто произносит «невозможно», и доказав, что силе духа подрезать крылья очень сложно.